Всем привет! Это ежедневный обзор на второй день летнего курса. Кстати... Ну, это не второй. А вот, я как раз хотел с этого начать. Очень многие ребята спрашивали, а где обзор на второй день курса? Типа, прошел первый, 27 числа, а сегодня уже 1 июля. И типа, где обзоры на второй, третий? Смотрите, как мы будем делать обзоры на первый, второй, третий и так далее же Зиндон Щелчка. Мы будем нумеровать их по дням, когда происходит наш вебинар. Я считаю, что это самое разумное. Просто на щелчке, я сказал щелчка летнего курса. Да, на щелчке вебы были каждый день, и там каждый день на вес золота, правильно? Да. А сейчас у нас 27-го был первый день летнего курса, потом были дни, когда вы писали пробники, а сегодня, по сути, второй день летнего курса, потому что были вебы. У тебя вебинаров больше, чем у меня, и они стоят по дням чаще, чем у меня. И даже если взять все мои ролики, это все равно больше у тебя. По каким дням будут выходить? Можно я хотя бы узнаю? Я предлагаю, они будут выходить по дням, когда происходят... У меня же тоже есть вебы в записи. Но они будут происходить по дням, когда у нас с тобой совпадают вебы в лайве. Типа у двоих? Да, и это будет первый, хорошо, второй, третий, хорошо, четвертый и так далее. По натуральным числам день летнего курса. Что ж, подытожим. Чему был посвящен второй день щелчка? А следовательно, и все, что вы делали на щелчке до этого момента. Щелчка? Вся жизнь — это щелчок. Попался, который кусался. Да хватит. Вся жизнь — это щелчок. Мы просто не можем до сих пор отойти от щелчка. Итак, заново. Чему был посвящен второй день летнего курса? У нас это все время было задание 8. А у нас в квартире газ. Теория. А из вашего окошка так улица немножко. Теория в виде PDF и всего остального, домашнее задание на платформе и сегодня уже разбор. Разбор для тех, кому тяжело самостоятельно начать ботать или кто не понимает задание. Все. Сегодня я хотела 1:15 проводить, а в результате 1:40 просидела. Вот. Но мы хорошо разобрали. И мы такие мерзкие прототипы, очень мерзкие прототипы разбирали. Ты можешь сделать типа там Kia? Нет, не могу. Кенгуровый берет, что ли? Да хватит! Максим, ты совсем, что ли? Я просто не понимаю, а что за берет такой? Это Кенгл. А где ты служила? Я нигде не служила. В войсках Пепси вместе с группой BTS. Потому что... боже. Это берет как у Тэхёна. Ну, это уже... Вот чем вы занимаетесь? Что это? Группа BTS? Это вот, так сказать... Это же... Что это? Что это? Это хобби. Ладно, хорошо. Сегодня был номер 19. Вообще пушка, мы разорвали этот номер. Обсудили основные идеи с ЕГЭ-2024. И я показал ребятам, что номер 19 — это не страшно, это ключевое. И что самое главное, я объяснил им, что никакой BTS... там, что-нибудь еще, любые аббревиатуры не помогут решить им номер 19. Итак, это был ежедневный обзор на ежедневный второй день летнего курса. BTS топ или нет, мы знать не можем. Я знаю. Мы не в курсе. Начальник, топ. Я его отрицал и беру 51-ю. Всего хорошего. На этом все.